Отец, а ты уверен, что эту маску нужно вешать именно на меня? Ты считаешь, мне надо увлажнить морду? Конечно, нос у хаски должен быть чистый и мокрый. Он у меня мокрый. Недостаточно мокрый, так что не выделывайся мне тут. Что за ручка и тетрадка у тебя там? Почему ты молчишь? Может, он сдох? Может, он превратился в молчаливого печального зомби? Ваш человек, хочешь, мы принесем тебе с кухни куриных мозгов? Не, он точно не зомби, я знаю, кто он. Хаски, хаски, я сибирский хаски. Я бандит, я не строю глазки. Хаски, хаски, я сибирский хаски. Я бандит, я не строю глазки. Хаски, хаски, я сибирский хаски. Я бандит, я не строю глазки. Чё, как? Всем хосячий привет, меня зовут Бандит, и я первый в России хаски-видеоблогер. Мы не няши, мы злобные волки. Так что к тем, кто не подпишется на мой канал, я приду ночью и укушу за бочок. Хосята, подводим итоги конкурса на вашу внимательность. В прошлом выпуске я просил вас указать, какую букву в алфавите мы пропустили. Многие из вас написали, что это К и Л. И это неправильно! Мы пропустили только букву К, потому что Бублик начал фразу с буквы Л, сказав «Ладно». Пересмотрите еще раз, ссылочка сейчас выскочит в верхнем правом углу. Но у нас есть победитель, который первым ответил правильно, и моя хосячая кружка отправляется в далекое путешествие в Италию. Да-да, я не шучу, наш подписчик живет в Италии и смотрит наши хосячие влоги и прекрасно знает русский язык. Скоро нас ждет большой осенний творческий конкурс, поэтому подпишитесь на мой канал и обязательно жмякните на колокольчик, чтобы его не пропустить. Младший человек, ты что делаешь? А что это у тебя на столе? А почему ты в компьютер не играешь? А почему ты с цыпочками не гуляешь? И где твоя приставка? Мы хотим выяснить, почему ты сидишь за столом. И что ты там пишешь? Хорошо, пусть ты не гуляешь с цыпочками, но почему ты не гуляешь с нами? И почему ты нам не отвечаешь? Что за вопиющееся негодяйство? Младший человек, поговори с нами. Да, поговори с нами и объясни, что ты делаешь. Младший человек, ты что, глухой? Ты что, с нами не разговариваешь? Или ты язык проглотил? Или, может, ты забыл русский язык? Может быть, ты нас просто тупо не понимаешь? Может, спросить тебя по-английски? Hey, junior man, what you doing? Anybody home? Do you hear me? Ты что, и по-английски не понимаешь? Может, его по-японски спросить? Ладно, человек, ты нам ответишь хоть что-нибудь? Может, у него бананы в ушах? Может, ты уши компотом мыл, и у тебя косточки застряли? Не, ну какая наглость? А ну-ка быстро отвечай, чем ты занят? Да, нам очень важно знать, что ты тут делаешь. А вдруг ты шпионское донесение иностранной разведки пишешь? Маловероятно. Как мы выяснили, он по-иностранному не понимает. Но на всякий случай спросить надо. Младший человек, ты чё, шпион? Признавайся! На кого работаешь? Что ты там пишешь? Что за ручка и тетрадка у тебя там? Почему ты молчишь? Может, он сдох? Может, он превратился в молчаливого печального зомби? Ваш человек, хочешь, мы принесем тебе с кухни куриных мозгов? Не, он точно не зомби, я знаю, кто он. Младший человек, ты мумия? Слушай, а может, он нас не видит и не слышит, потому что мы невидимые? О нет, рыжая сопля, как такое с нами могло произойти? Капец, мы невидимые призраки! Жесть, младший человек, помоги нам! Мы бедные собачки, нас никто не видит и не слышит! Как же мы теперь без наших хосят подписчиков? Они же нас теперь тоже не смогут видеть и слышать! Помогите, собаки добрые! Случилось страшное! Мы всего лишь пришли спросить младшего человека, что он делает! Да уроки я делаю, отстаньте! Уроки я делаю! А, ну сразу так и сказал бы. Да, незачем так орать, псих какой-то. Бублик, ютублик, сегодня мы с тобой будем пробовать крутые косметические маски 7 Days. Смотри, тут они на каждый день недели. Первая маска называется «Бодрый понедельник». Она с ивой и какао-бобами. Она должна очищать и увлажнять. Отец, а ты уверен, что эту маску нужно вешать именно на меня? Ты считаешь, мне надо увлажнить морду? Конечно, нос у хаски должен быть чистый и мокрый. Он у меня мокрый. Недостаточно мокрый, так что не выделывайся мне тут. Ну, в принципе, прикольная маска. И пахнет приятно. Дай попасть, теперь на тебе попробую маску «Позитивный вторник». Тут дыня и мята, и она должна выровнять текстуру твоей морды. Ты чё? У меня на морде самая ровная текстура в мире! Ничего не знаю, папася. Маска должна придать твоей коже жизненную силу. Чувствуешь? О, да! Бубленцы, офигеть! Эта штука реально работает! Ребята из 7 Days не обманули! Отец, а вот эта маска с белым чаем и грушей нужна для просмотра сериала. Отлично, мистер Бубл. Давай напялим ее и будем телек зырить. Круть! А что смотреть будем? Какой сериал? Что за глупые вопросы? Конечно, сериал про собачек. И как он называется? Хаски-бандит он называется, балбесина! Наши каналы смотреть будем! О, а следующая маска для занятий спортом. Это
раз мне для того, чтобы бегать по лестницам капестницам. А еще ее можно взять с собой на соревнования, чтобы своим видом пугать соперников. Йоу, Пенсия, пятничная маска тоже мне. Маска для зажигательных вечеринок. Почему это тебе? Я тоже по пятницам зажигаю. Где? На вечеринках для собак, которым за 4 года? Вы что, старики и старушенцы, собираетесь и сидите свои пенсионерские байки рассказываете? Бублик, ты сейчас договоришься, что я тебе бошку откушу. Вот субботнюю маску я точно себе заберу. Она романтическая, и ее надо напяливать перед свиданием. Она стирает с морды следы усталости. Буду самым красивым, когда пойду на свидание с твоей мамой Терри. Ой, попайся. А пока вы будете на свидании, я буду релаксировать. У меня будет маска «Правильное воскресенье» с голубой агавой и лотосом. С какой агавой? С голубой. Так-так-так, Бублик. А тебе не кажется, что если мы будем использовать эти маски, то станем сами, как эта агава? Блин, попайся, точно! Это ж маски для цыпочек. Капец! Вот это мы лоханулись! Хосята, конечно же, эти крутые маски предназначены для наших подписчиц-цыпочек. И только сейчас у вас есть шанс получить такой же набор масок от ребят из 7 Days в подарок. Абсолютно бесплатно. Смотрите, что для этого нужно сделать. Первое. Зайти в описание к этому ролику и подписаться на канал ребят из 7 Days. Второе. Поставить лайк под их последним роликом. Третье. Вернуться снова к нам на канал и написать под нашим видео, почему этот набор масок должен достаться именно вам. Победительницу выберем мы с Бубленцей. Погнали, Хосята! Хосята, если вы еще не подписаны на самый крутой детский сериал Cool Kids, то надо сделать это прямо сейчас. Там вышла новая бомбическая серия. Крутые детки продолжают баловаться с короной власти, которая выполняет любое желание. Хочу, чтобы мы все уменьшились и стали маленькими. О, как круто быть мелкими! Ребят, я, кажется, нашла себе хавку по размеру. Ребят, я хоть и хоккеист, но футбол играть тоже весело. Ребят, тут так интересно. Цыпочка Вирджиния, которая хочет захомутать нашего младшего человека Тимофея, наконец-то забирает свое тело у Кати, которая обменялась с ней телами и просто так, чтобы поприкалываться. В конце серии Юра и Саша на самокате увозят от ребят корону власти, и честно, фиг его знает, что они там с ней собираются делать. Тем временем в параллельной вселенной все идет наперекосяк. Артем, который сначала сошел с ума, пытается построить самостоятельно генератор полей, но у него ничего не получается. На этой почве ребята сначала дерутся, а потом окончательно ссорятся между собой. Назревает что-то очень серьезное и в детском доме Cool Kids House. Там у Кирилла начинают проявляться способности темного мага. Неужели зло опять набирает силу? Узнай это первым. Подпишись на все каналы крутых деток. Ссылочка будет в описании. Хосята, я переключаюсь в режим мультика, а это значит, что настала пора для обзора ваших артов. Погнали! Я в прикольной шапке, крутой ютуб и лайки-блогер. Таким видят меня мои подписчики из Казахстана. Спасибо! Хуманизация, мы в виде человеков! Прикольно я чешу лапой свою человеческую башку, правда? Гордые хаски лапы не моют. Сейчас мы с Бубликом распечатаем этот арт и покажем человекам, а то они нас с этими лапами уже замучили. Если кто не знает, как выглядит наш режим няши, то вот так. Капец! Меня угощают печенькой, круть, но все-таки оладушки лучше. А вот и оладушки! Блин, ну как вы так круто рисуете, хосята? Крутизна невероятная! Наша хосячья семья, когда Бублик был маленьким. Скажу по секрету, мы реально окончательно помирились с Терри. Следующий влог будет об этом. А это, видимо, результат нашего примирения. Маленькие бандиты и Бублики. Если кто не знал, у нас с Терри уже два раза были щенки. Бубленца из первой партии. Крутая аппликация меня, спасибо. Полубандит, полубублик. Прикольно получилось. И глазки разные, супер. А эта маленькая цыпочка сама себе сделала крутую хосячью футболку. Молодчуля! Спасибо тебе, я тебя тоже очень люблю. Мы с Бубляшей-таракашей в упряжке. Отличный арт, мы же издавая порода. Вообще клевый рисунок. Я тут очень красиво вышел. Спасибо за артик. Иллюстрация к моему клипу на 500 подписчиков. Класс, благодарю. Такого Бублика вы еще не видели. Мне очень нравится эта работа. И что-то давно не было нас из пластилина. И тут бабах, и мы с Бубликом обнимаем кнопку ютублика. А тут я с какой-то цыпочкой Лирой. Блин, я опять спалился. Но я же только-только с Терри помирился. Капец, она будет лупить меня мокрой тряпкой. Короче, хосята, жду ваших рисунков в нашей группе ВК. Вы все большие молодцы. А сейчас время для нашей эпичной рубрики «Зверская жизнь». Присылайте ко мне в группу ВК видео своих питомцев. Лучшие с нашей смешной озвучкой выйдут здесь на моем канале. Погнали! Отдай! Лада, отдай тапку!
Я без одного тапка! Ладно, давай меняться, отдай тапку. Не отдам я тебе тапку, а я в чем ходить буду? Осень в дворе и лужи. Да я тебе мячик отдам, ладно, ну верни тапку. На. Я поделила по-братски, одна тапка мне, одна тебе. И хватит орать, ничего тебе не отдам. А будешь орать, человечка, то я тебе в твою тапку дизлайк поставлю. Какой вкуснющий диван. На вкус итальянский 94-го года пошива. Отличный на диван и год выдался. Отстань от меня. Ты что, не видишь? Я важным делом занят. Я диван жру. Человек, погладь меня. Да не пальцами корявенькими в меня тыкай, а погладь. Да не рукой своей вонючей. Я что, зря на гладилке лежу? Утюгом меня погладь, а то у меня шерсть вся помялась. Вон, возьми утюг и погладь. Ну да чего же вы, человеки, бестолковые животные, ничего нормально сделать не можете? Ух ты, я люблю сыр! Хосята, видите, вокруг меня появились окошки с видосиками. Нажимайте на любой, но знайте, если потом я на этих роликах не найду вашего лайка, то вам капец! Хе-хе-хе-хе, шучу, не переживайте. Всем хосячья пока, скоро увидимся! Хаски, хаски, я сибирский хаски. Я бандит, и я не строю глазки.